Какие вещи в доме приносят удачу разным знакам зодиака? Астрологи уверены, что всего один предмет способен обеспечить человеку удачу и повернуть фортуну в его сторону. Но у каждого знака зодиака такой предмет свой. Астрологи рассказали, какие вещи в доме приносят удачу разным знакам зодиака. Овен. На первый взгляд, овны могут показаться самодостаточными и независимыми. Но на самом деле им иногда не хватает любви и простого человеческого тепла. Фотография близких людей, а лучше даже совместный снимок, принесет овнам так нужную им радость. Телец. Чтобы обрести уверенность в себе, тельцам стоит обзавестись каким-нибудь талисманом. Небольшой сувенир, связанный с удачным моментом в жизни, придется очень кстати. Связанные с ним приятные воспоминания помогут привлечь в жизнь тельцов самое лучшее. Близнецы. Двойственным близнецам ради сохранения внутренней гармонии стоит обзавестись какой-нибудь статуэткой, соединяющей в себе две противоположности. Например, инь и ян, лед и пламя, даже фигурки белого и черного котов смогут помочь. Найдя гармонию, близнецы обретут удачу. Рак. Чтобы успокоиться, чувствительным ракам можно приобрести фигурку золотой рыбки в искусственном аквариуме или миниатюрный фонтан. Это поможет им настроиться на успех. Лев. Для львов важна сила воли. Настроиться на удачу им поможет что-нибудь, связанное со спортом. Статуэтка спортсмена, боксерские перчатки или фигурка красивого скакуна справятся с этой задачей. А избавиться от внутренних комплексов львам помогут яркие красные фонарики, которыми можно украсить свой дом. Дева. Спокойные и уравновешенные девы иногда нуждаются в драйве. Скрупулезно выполняя работу, девы никогда не могут расслабиться. Поэтому им рекомендуется купить фигурку или картину с изображением факира, выдувающего пламя. Это будет отличным напоминанием о том, что в жизни много необычного, на что стоит посмотреть. Весы. Весам не хватает в жизни творчества. Поэтому астрологи советуют им приобрести что-нибудь, связанное с театром или музыкой – маску, веер или постер, изображающий выступление знаменитостей. Так весы смогут раскрыть в себе новые таланты и притянуть везение. Скорпион. Скорпионы избалованы фортуной и могут забыть, что она не всегда будет на их стороне. Поэтому им стоит приобрести какой-нибудь талисман на удачу. Это может быть изображение четырехлистного клевера или подковы. Стрелец. Стрельцы всегда нуждаются в похвале. Без частого одобрения своих действий они могут забросить, не доведя до конца, даже гениальный проект. Чтобы такого не случалось, астрологи рекомендуют стрельцам обустроить собственный небольшой уголок славы. Расположить в нем кубки, медали, грамоты, можно даже просто открытки с теплыми словами. Это приведет стрельцов к удаче. Козерог. Несмотря на расхожий стереотип о непримиримой упрямости козерогов, они часто склонны к изменениям. Постоянно развиваясь в разных направлениях, козероги могут привлечь удачу простым способом, купив натуральный минерал, подобранный по дате рождения. Лучшего талисмана для них не придумаешь. Водолей. Неприятности могут поджидать водолеев из-за их невнимательности. Избежать подобного им поможет фигурка белого голубя. Она сохранит душевное равновесие представителей этого знака и привлечет в их дом удачу. Рыбы. Рыбы невероятно чувствительны, а поэтому им нужен талисман, вызывающий положительные эмоции. Картина спокойного моря или фигурка золотой рыбки будут очень кстати и наполнят дом рыб энергией везения и процветания. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.